Сегодня во всем мире уже в 10-й раз пройдет «Час Земли». Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта. В назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и электроприборы. В прошлом году к инициативе присоединились 178 стран. Самым зрелищным мероприятием традиционно становится отключение подсветки известных памятников и достопримечательностей в разных городах мира. В этом году «Час Земли» проводится 25 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Акция призвана привлечь широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты и другим экологическим вопросам и поддержать идею объединения для их решения. У события есть послы знаменитости, среди которых китайская актриса Ли Бинбинь. Жить на нашей прекрасной планете – это и привилегия, и ответственность. Земля – родина для каждого человека, и мы должны беречь ее. Когда родился мой племянник, я сразу начала думать, а какую воду он пьет, каким воздухом дышит, какими продуктами питается. Я призываю свою нацию нести ответственность за будущие поколения.